скорость, виражи и заносы. Все то, что недопустимо на дороге, сегодня разрешено на конкурсной площадке. В спортивном азарте участники стараются продемонстрировать все свои лучшие профессиональные качества. Для Сергея Чемерова водитель автобуса не просто работа, призвание. В прошлом году на областных соревнованиях он занял 3-е место. В этом настроен только на победу. Приобретается еще больший профессионализм, мастерство, какие-то навыки. Рожденным водителем другим не сможет быть. У каждого своя работа, у каждого своя профессия, каждый для чего-то создан. Созданные рулить, 24 водителя участвуют в соревнованиях. Все те, кто уже доказал свой профессионализм в городских районных конкурсах. Они представляют Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель и Красноярский район. Фигуры автопилотажа подобраны таким образом, чтобы максимально выразить умение перевозить пассажиров безопасно и с комфортом. Городская остановка автобусная, опытный водитель должен открыть точно заднюю дверь перед пассажиром, чтобы ему было удобно войти в автобус. Четкое и быстрое выполнение всех элементов – залог успеха. Победители примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства, участие в котором – мечта каждого водителя. Водитель – это не профессия, это образ жизни. Хотелось пожелать вам удачи, всего хорошего, ну а мы, как принимающая сторона, постараемся сделать, чтобы у вас было меньше проблем. Вперед! Дарья Трофимова, Станислав Левин, «События».